Доброго времени суток, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Итак, в этот раз я предоставлю вам хорошую квартиру в хорошем проекте в районе Тосмар, который подходит под ВНЖ. Глазами крепости Алания видно вот так. Здесь видны горы, вот. А также видно море. И с этой стороны видно море, как вы видите. Здесь огромный балкон, который можно застеклить. Вот. Видите, да, там застеклили. Проект считается одним из качественных проектов в районе Тосмур. Здесь огромная территория. Вот. Есть фитнес, зона барбекю, игровая зона. Огромная территория ухоженная. Айдат 1000 лир. Здесь также горки есть, дорогие зрители. Вот в этой стороне. По четвергам в этой стороне устанавливается рынок Тосмура. Локация хорошая. В той стороне 600-700 метров речка Дим. Кто-то прыгает, там купается, видите, да? Там бар, магазинчик даже есть, где можно мороженое купить. Вот такой огромный балкон. Нетто квартиры 105-110 квадратных метров минимум. Не 100, а 105-110. Так как балкон здесь как минимум 25-32 квадратных метра. Отдельная комната. Видовая сторона юго-восточная, а также еще смотрит на восток. Теперь покажем квартиру. Кондиционер фирмы GRI. Ламинат по всей квартире. Вот какая уютная квартира. Также отсюда вид на море есть. Бытовая техника Байка. Высота потолков 265-270 сантиметров. Идемте в прихожую. Установленность трубы. Можете установить радиатор. Там электрический накопитель надо поставить. Бойлер. Кладовка у комнаты отдельная. Прачечная, скажем. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмем колокольчик, дорогие зрители. Можете написать комментарий, если вам не трудно. Идемте дальше. Здесь первый санузел без душевой кабинки. Теплые полы. Пол в санузле. Я вижу, тут электрический теплый пол. Только в этом санузле. Вот в этом, дорогие зрители. Вот она. Дорогая санузел. Такая душевая кабинка. Это камешки. Это мрамор. Санузел как минимум 6 квадратных метров. 5-6. 5,5. Первая спальня дополнительная. Здесь 14-15 квадратных метров. Нетто. Кондиционер фирмы Бека. Это не инверторная. Нужно купить, может быть, инверторную новую. Вот так вот. Смотрит эта сторона на восток, на горы. И также на соседнее здание. Сейчас с балкона я вам покажу. Это у нас родительская спальня, хозяйская, скажем. Вот она. Здесь минимум 15-17 квадратных метров. Полезная площадь от стены до стены. Кондиционер GRI. Это королевская кровать, 2 метра на 2, думаю, что 2 на 180 тут. Пройдемся на балкон, маленький второй балкон.
смотрит в сторону. Вот там видны горы, здания. Огромная территория, открытая парковка снаружи. Сейчас спущусь вниз, покажу. Этаж не крайний. Ну, квартира мне по душе. Напишите комментарий, как вам вот квартирка. Сразу спускаюсь вниз, не тяну время. Выходим с квартиры. На этаже 4 квартир. Вызовем лифт. Какой там? 2 лифта. Проект был построен в 2010 году. Вместимость 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 человек. Ну, все зависит от вас. Спустимся вниз. У каждой квартиры есть отдельная кладовка. Здесь у нас вход. Прямой вход. Вошли внутрь. Здесь хамам, фитнес. Вот фитнес. Напрямую можно выйти к морю, к бассейну. Ну, то же самое, да. Здесь что у нас? Раздевалка, переодевалка, женская. Сауна, сауна. Так, работает когда? Душ, 2 часа, запрещено. Короче, написано сауна. Нет. По каким-то временем включают. Теннисный корт, баскетбольная площадка, детская игровая площадка, вот там видите, большая территория. Рядом есть сеть магазинов MM Migros, охрана 7 дней 24 часа. Фасад здания покажем. Спустился вниз, не буду снимать людей. Быстро пробежусь вперед. Дорогие зрители, интернациональный проект, чтобы понимали. Я в основном вижу европейцев на данный момент внизу. Там мостик, речка, как озеро есть. Тут что у нас? Тут игровая зона, библиотека. Аренда, наверное, тоже сдается. Так, в этой стороне что? Так, дорогие зрители, цена 289 тысяч евро. Есть скидка, но торговаться не надо со мной. Я познакомлюсь с хозяином и обсудите дальнейшие вопросы с оформлением квартиры. В этой стороне у нас зона барбекю. Здесь фонтанчик, водопад включают летом, пока сезон совсем не открылся, еще ждем. Вот. Зона барбекю, видишь, какая большая. Здесь ресторан, динозей можно отмечать и там, и подобные танцы, мансы. Ну, как вам в этот раз квартиру, которую я нашел, не нашел, представил вам новый вариант недвижимости в Алании. Я ищу и показываю, а вы звоните и покупаете. Все честно, все как надо. Так что у меня самые оптимальные варианты с ценами такими, пирожками нахожу, с начинками нахожу. Звоните, договоримся, помогу, чем смогу. С вами был Агасис, Солнечная Алания, район Тосма. Квартира подходит под ВНЖ. Всем пока-пока.